всех. Хочу вас познакомить сегодня с одной покупкой. Это универсальная стойка для дрели фирмы Wolfcraft. Мы видим первоначально, здесь есть зажим для шестигранника, который зажимает саму дрель. Также крепление к столу. Чем отличается это? Он снимается. Здесь есть метка. Мы видим метку. На этой мы видим специальные риски, которые будут при вращении позиционировать с этой меткой. Так, как он, значит, крепится, я вам сейчас дальше покажу. Но дело в том, что чем он универсален, что он может работать и с этой стороны. Сейчас это отверстие не служит нам вообще. Мы зажимаем так и пользуемся дрелью в таком положении. Если нам надо, в другом положении. То есть он будет нам менять любые положения. Зажим здесь большой, довольно-таки примерно жмет до 6 сантиметров. Но если выкрутить это до конца, выкрутили, а теперь замеряем. Ну, в примерах 6,5 миллиметров. Так, 6 сантиметров, 5 миллиметров. Или как в миллиметрах, 650. Так, значит, еще одно крепление. Вот в этом месте есть у нас отверстия сквозные, тоже для крепления его на стол, уже капитально, допустим. Значит, здесь у нас есть винт, который тоже закручивается одним и тем же шестигранником. Этот же шестигранник у нас закручивает и здесь. Одно из положений, можно эту штуку в эту сторону развернуть, и также можем работать и здесь, поворачивая вот эту вот, сейчас в данный момент кабель мешает, вот так, зафиксировав ключом пожестче. С этой стороны я сейчас, когда разверну, покажу, так и зафиксировать. Можем работать так, можем работать по-другому. Также можем фиксировать замок в эту сторону и работать с этой стороны. Тогда все будет лететь не на пол, а будет лететь на верстак. Здесь у нас с этой стороны ключ шестигранный, которым мы можем запросто зажать ее. Если мы ее ослабим, тогда мы можем запросто в любом положении. Сейчас чуть-чуть ослаблю. Здесь у нас уже не мешает этот винт. Уже можем здесь работать. Ну а также мы можем все это дело легко снять вместе с этой штукой. Убираем. И что мы делаем? Я переставил эту подставку, зажал тиски Моксона наоборот, для того, чтобы мне нужна была площадка вот сюда вот. Вот. Сейчас я ее закрепляю и сюда позиционирую дрель. Сейчас мы все это увидим. И вот мы закрепили саму стойку, универсальную стойку для дрели, закрепили как бы на столешницу плоскую. У меня не позволяет сам стол для съемок закрепить эту вещь. Я решил приспособить вот это красное. Значит, что мы делаем? Вставляем дрель. Так, у нас ключ с этой стороны. Немного зажмем. Так, а теперь мы можем ее в любом положении зафиксировать. Будет это стол или край стола, тогда мы работаем здесь. Чем ее на край стола. Она свисает у нас. Мы делаем какие-то, обрабатываем какие-то детали. Конечно, все это фиксируем. Здесь у нас жестко. Крепление самого хомута
тоже этим же ключом. Зажимаем с этой стороны. Если нам надо зафиксировать в другую сторону. Вот я вам специально развернул, чтобы показать, что здесь ключ. Это с этой стороны. Также мы можем эту подставку перевернуть. Вот я развернул эту стойку. Это была стойка для дрели, не имея вот этой универсальной стойки. Я ее закрепляю в тиски Моксона, и она у меня здесь может работать. Можно, конечно, развернуть в другую сторону. Так, опять же взять ключ. Так, кот, отдай. Так, где у нас тут что зажимается? С этой стороны. Так, вот где-то вот так мы работаем. Сюда можно еще что-то приспособить, такую вот вещь. Здесь сверлим отверстие, приспосабливаем. Можем отсюда сделать болт, который будет фиксировать, поднимать, опускать. Но это уже у каждого свои, свои выдумки, свои решения. Опять же, сильно не зажав я ее, могу вытащить, убрать. Здесь мне нужно открутить. Итак, можно использовать войлочный круг. Войлочный круг поменьше. Вот такой. Все-таки это же крепление для дрели. С этими уже все знакомы давным-давно. Ну, допустим, шлифовальный барабан самодельный. Уже старенький, я его не переделывал. Можно поставить маленькое точило всевозможное. Ну и барабан более меньшего размера. Отдай, блин. Тайсон, блин, ну не лезь ты, а. Ладно, потом ставь. Так. Можно использовать вот такую наждачку. Бумагу можно разную ставить. Это в данный момент стоит очень грубая, очень крупная. Здесь тоже для дрели. Обычная. Что за фирма-то? Ясненько. Ну, а этот у нас обдирочный волок. Он тоже ничего не весит. Но это он не камень. У него хорошее крепление тоже для дрели. Можно его использовать. Ну и так далее. Есть еще одна обдирочная. Вот такая. Тоже здесь приспособление для дрели. Функциональность дрели с этим крепежом довольно-таки обширная. Вот все предметы, которые я имею фирмы Фолькрафт. Это угольник. Очень хороший и удобный. Был куплен набор. Это с магазина. Стойка для дрели. Тоже фирмы Фолькрафт. Это с барахолки. Кое-что пришлось доделывать. Вот эти уголки. На моем канале есть такой ролик. Вот. Единственное, что в комплекте не было вот этих вот втулок по разный диаметр сверил. Ну и этого на 8 хватает. Ну и вот последнее приобретение. Итак, всем спасибо за внимание. Всех благ. Эй, лысый, спишь? Морда. Тайсон. Морда. Как собака.